Друзья, чтобы остаться в следующем сезоне, нам нужно понижать градус юмора. У меня есть подходящий номер. Насколько подходящий? Очень подходящий. Александр Васильевич его 3 раза из эфира убирал. О. Татарско-пацанская песня. Всем тем, кто прохавал коня с самого низа, посвящать. Шумит сосна, река жемчужная течет, а вдоль нее баран заплаканный идет. Его овца к весне набрала лишний вес, и увели ее куда-то под навес. Курбан-байрам испортил жизнь ты пацану, большой казан забрал любимую жену. Урок простой, хочу девчоночкам преподать, зимою вам диету надо соблюдать. Так, Айдар, я никогда не думал, что скажу вам это. Это очень смешно. Кирилл, прости, пожалуйста.